Красноярском крае начинает теплеть. После затяжных морозов уже сегодня днем было около 20 градусов. По прогнозам синоптиков Красноярского гидрометцентра, завтра ожидается не холоднее, минус 22. В выходные дневные температуры поднимутся до минус 12-14 градусов, а в воскресенье во время снегопада даже, возможно, потеплеет до минус 10. Впрочем, это неустойчивая тенденция. Уже на следующей неделе в регион северо-востока придут холодные массы, что вновь приведет к понижению температуры. И уже ко вторнику вновь у нас температура понизится, где-то ночью 25-27, а дневные порядка около 20 градусов. Это будет связано с тем, что вновь над Западной Сибирью установится блокирующий гребень, который будет препятствовать проникновению теплых воздушных масс на наши центральные и южные районы.